Хотел вокруг стола сбегать с тобой. И всем привет, дорогие друзья, с вами Дима, Серега, Зробит, Стаканчик, Мафи, как всегда, очень много классных подписчиков, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас Чужой на карте Gravity Falls. Пацаны должны защищать этот дом, не давать мне проникнуть вовнутрь, и в кого я вселяюсь и пробуду 10 секунд, стою большим и всех фигачу. Если ебейте, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать. Ну что, я люблю эту рубрику очень сильно, потому что здесь можно импровизировать на все 100%. Надеюсь, вам этот ролик понравится. Поставите лайкосик, подпишитесь на канал, потому что мы выпускаем ролики каждый день, а теперь еще очень много стримов. Как ты убил-то? Подожди, ну Серега! А то ты стрял все это время с окна на меня? Да. Так, я буду с другой стороны пытаться зайти. А, подожди, с этой стороны... Подождите, эта сторона тоже не работает. Ну подожди, ну дайте как-то зайти вовнутрь дома. Иду, на крысу. Ребят, у входа, стойте, у входа. Они меня не видят, Аня, они меня, увидели. Пуля дура, я понял. Так, на этой карте есть пеньки, буду за пеньками ныкаться. Опа, опа-па. Тихонько. А так вот, тоже ближе, вот так вот. Эх. Эх, тихо, не попал, кстати, Серега стрелял, но не попал. Ай, попал, больно. О, тут же другой вход есть, иду с другого входа. А ты, ребята, я в доме. Мне это уже нравится. Убил, красиво. А ты, блин, ну Серега, да как ты? Ладно, пусть Серега идет в дом, то дадим ему фору немножко, потому что ему будет сразу со спины вселиться. Ты догадался сразу, да, что я в тебя вселился? Да. Конечно же, прям так, я летел. Первый, блин, комом. Ну сейчас я все-таки попробую в ком-то пробыть 10 секунд. Ребят, в дом пока не заходите. Ого, так больно. Ах, пуляй. Ребят, тихо, ребята. Дом не заходите, куча минстых. Поправим камеру. Чинг. Я с кадра улетаю. Слышь ты, огнеметчик, я тебе этот огнемет засунул в одно место и включу газ. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. О, отлично. Влез кого-то, влез. Так, ладно. Серега, у тебя очень хороший слуг. Давай, выключай быстро, я сказал. Хотел вокруг стола сбегать с тобой. Ребята, настроение классно, надеюсь, вам это настроение передается. Вы сейчас сидите, кушаете вкусняшки и улыбаетесь, как я. Сейчас. Вы задрали, идите в дом. Дайте дойти до дому. Сейчас. Мне нравится, очень нравится. Сейчас, я вижу Серегу. Ты задрал... Слышь ты... Так, выслеживаем, надо очень красиво все сделать. Слушаем. А теперь нюхаем. Ты чё уклоняешься, а? Ого. Сейчас. Я иду, пси... Слышь, я тебе сейчас окно заклею скотчем. Давай. Так, я иду с другой... О, я знаю тут вход, который не чекают 100% они. Отскочил. А вот теперь... Отличная нычка. Я же крыса, я могу как тихонечко так. Зачем ты в дом зашел, балбес? Ля крыса. Так, стоим, ждем. Серега, ты что, чекаешь меня там стоишь, да, снаружи? Нет, я внутри. Не заходите в дом лучше, я тут мина.
Ой, стул, смотрите, как перевернулся стул в мою сторону. Так. Да ладно, да как? Вот Зимка попался на мину кислую. Сейчас, сейчас. Вцелился в кого-то. Так, и давайте 5 секунд, да? 10 секунд я не смогу, я ни в ком пробыть. 5 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. Да хватит! Ну хватит, Серега, это ты! В дом не заходите, я там мин наставил. Ну блин, ну пожалуйста! Ну не дайте мне, ой, дайте... Хорошо. Ой-ой-ой, это мина была? Да. Она работает на движение или как? Она на... да. Она на... да. 5, 4, 3, 2... Ого, Серега сальтухи запилил. Так, 10 секунд, конечно... Ах ты! Такой гад! Убил, убил чувака касанием. Ого, вы меня откидываете. Тяжело попасть, да, в такого маленького движущегося челепиздрика? Охота на ксеноморфа. Вижу, вижу, вижу. Теперь надо очень красиво это сделать. Слышь ты, мафик! Нафиг тебе, мафик! Да что вы мне не даете в дом зайти? Дайте хоть в калитку зайти в какую-то. Все, пусть в дом зайдет, пусть в дом зайдет. Да не, все правильно, не давайте мне зайти в дом, потому что я должен в Серегу сейчас вселиться. А я в дом пойду. Нет, не иди в дом, там мина. Увидел, увидел. Да блин, на последней секунде. Вот кто это, а, в дом идет? Серега там заминировал всю хату. Так, сейчас я буду выслеживать вас по очереди каким-то образом. Да я уже кнопку нажал возрождаться, господи, да как? Ой, на, Серега умер. Ты думал, Серега, я в тебя вселился или что? А не в ту мину, не ту мину ставите, ребят. Да блин, мафик увидел, ну красавчик, ну красавчик, ну молодец. А, попасть надо еще, ребята, уметь. То, что у вас оружие в руках, ни о чем не говорит. Еще надо уметь попадать с него. Да где ты? Да говно, ну Серега! Так, у акулы какой-то скин странный, я его только буду убивать. Раз не могу вселиться. Я в дом. Ну нафиг. Нет, а вот тебе не советую. Давай, давай, там, давай, давай. Ну Серега, ну заходи в дом. Ну заходите, кто-нибудь в дом, я вас жду. Я в доме уже. Ты где? Я в доме. Да не ври ты, ты не в доме. В себе. Да Серега, да ты не должен играть вообще с нами. У аниматроников угадывают, всех мой. Ты видишь, что я в него вселил? Ты просто по звуку, да, понял, что я в нем? Нет, это он сам себя. Это даже не... Отлично! Он реально выстрелил базукой, и я успел выселиться! Ля-ля-ля-ля-ля-ля! Сейчас, Серега, килл пропишу, и вы сможете меня каким-то образом убить 1000 жизней. Ну что, выходит на охоту настоящий ксеноморф. А вот теперь я должен Сережка выследить и убить. Он на меня сейчас будет охотиться. Да-да-да, а ты уже знаешь, да, эти все приколы мои? Сережка, 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 я тебя сейчас буду убивать, кишки из жопы выпускать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На улице я не буду, потому что он меня замочит. Дима, давай. А я буду через стены пытаться тебя убить. А, так ты
читерить решил? Ну конечно, вздумал. Тут камера стоит. Я, короче, буду ходить по краешку дома. И кто будет... О, закрою дверь. Слышь ты, я тебя сожру. Вы мне нормально жизни вынесли, пойдет. Я через окно его вытащил, видели? Ха-ха, такой вкусный. Дверь закроем, то ветер дует. Окна разбиты, но ветер дует. Дима. Слышь ты, оружейник недоделанный. Ого, тут мина взорвалась. Ты что? О, ждем, засада. Засада ксен... Отлично, отлично, ребята. Все у нас получается по красоте. Ну кто еще, иди сюда, быстрого. Ну, Сережка, я тебя должен убить. Я знал, что ты будешь там сейчас стоять. Ты забрасывал гранату мне туда, да? Да. Ну не успел, не успел. Это как ты меня убивал, когда я возрождался. Ну что, иди сюда. Иди, 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 иди. Сережка. Есть, есть, у меня 50 хп оставалось. Я знаю, как их можно убивать. Можно стоять вот здесь на кры... А, нет, крыша сильно пологая. Буду умирать. Так, сейчас я выслеживаю... Кого я выслеживаю? Давайте Серегу. Все-таки Серега самый сложный игрок, которого прям сложно убивать. Ну, буду мочить всех подряд. Вот, например, у нас Мафик. Он меня убивал очень много раз. Мафик, готовься. На тебя вышел ксеноморф. Он хочет тебя убить. А что ты возле Сереги ходишь? Ты думаешь, что тебя Серега спасет? Серега тебя не спасет. Тебя никто не спасет. Тебя спасет смерть. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Передумал, передумал. Хорошая идея. Тем, что я проиграю. О! Закрываем двери. Серега, заходи в дом. Я тебя жду. Ого, простреливают. Отлично, вкусный обед. О! Если в течение минуты я съедаю Серегу, то он не взрывает бомбу. А если не съедаю, то Серега может бомбу взорвать. Одна минута. Одна минута, да-да-да. Время, отчет времени идет. Бомба будет не взорвана. Я его сожрал. Ах ты, да блин, Мафик, ты что за оружие используешь? Чё, Серега, получается, я победил вас? Или как это называется? Ксеноморф сегодня наученный псих и выиграл всех. Вам самое лучше держаться-то вместе, но вы рассеялись. Тебе это твой базуку... О, я его схватил, но не съел. Тебе не дам. О! Да ты что, такой шаровитый мужик? Так, ребят, шары не используют, только... Я со спины зашел! А ты меня вынудил. А я тебя сейчас убью, где ты? Ребята, я ищу Серегу. О! Нет! Нет! Ну... Ничья победила, ребята, дружба. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока.